Горбунов Иван Афанасьевич – это полный кавалер трех орденов славы. А мы его дети, дочери – Галина Ивановна и Татьяна Ивановна. Мы приехали специально в Лешуконское, в честь папы названа улица. Мы приехали вот посмотреть на эту улицу. А так, папа у нас родился в село Вожгора Лешуконского района Архангельской области 17 мая 1917 года в семье Липунова Афанасия Васильевича и Липуновой Дарьи Абрамовны. В 1941 году началась война, и в августе он ушел на фронт. В 1941 году он первые бои принял под Новгородом, Великим Новгородом, под Старой Руссой. Форсирован Днепра, переправились через Днепр и там закрепились на том берегу, где вражеские. По деревне Пружинище Гомельской области танк немецкий прорвали, 70 танков прорвалось. За форсирование Днепра и вот эту деревню Пружинище из Москвы пришло, что его наградить орденом славы третьей степени вот за этот подвиг. Потом они пошли в Польшу, уже 44-й год пошел, Польшу они освобождали, у него за взятие Варшава есть медаль, они вот, но папа говорит, когда танки ползут, это, говорит, еще не страшно, но когда, говорит, концлагерь освобождали, когда, говорит, живые человеческие кости зашевелили, у меня, говорит, на голове три волосины, и те все дыбом встали, вот, говорит, как жутко было. Но Польша, Германия, он все реки форсировал, всегда первый, и вот он же молодой, активный, боевой, и все, Липунов, 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 он, говорит, все первый везде был. Ну, он потом, такой до старости. Потом вот ему там дали орден славы второй степени за форсирование Шпрее или что-то там. Потом за взятие Берлина ему орден славы первой степени дали. Говорит, взял Берлин. В Берлине взяли, говорит, ну там были бои еще шли в Берлине. Но, говорит, на Рейхстаге написал Вожгора. Умер в городе Сердвинск в 1997 году 10 марта.